Приветствую всех любителей рыбалки Финляндии. Продолжаю снимать серию видео для тех, кто приезжает в Финляндию и хочет поиграться с системой Panoptix LiveScope. А вернее, не поиграться, а поискать рыбу, поискать крупную рыбу. Сегодня моя рыбалка не одиночная, а я буду рыбалить сегодня вдвоем с напарником Алексеем. Будем мы рыбачить на лодке «Красный дьявол». Собственно, все, прыгаем в лодку и искать рыбу. Давай. Итак, поехали. Алексей в рыбалке. Какой опыт? Это ноль. Полный ноль. Поэтому я ему сейчас постараюсь вначале очень быстро и кратко рассказать, что мы будем делать и что за оборудование на лодке. Начну я с переднего мотора. Смотри, Алексей. Это передний мотор, на котором можно передвигаться и который можно ставить на якорь. Смотри. Нажимаешь кнопочку якоря, все, мотор зажил своей жизнью. И он будет нас держать на одной точке. То есть GPS потом. Да, если мы нашли лодку, если мы нашли рыбу и хотим уже с ней разбираться, подбрасывать приманки под нос, мы ставимся быстренько на этот якорь, на точке стоим и уже разбираемся с рыбой. Значит, ловить мы будем с помощью системы LiveScope. Система LiveScope состоит из датчика. Вот он стоит вот здесь. Он установлен на таком кронштейне, он называется ротатор, потому что им надо постоянно крутить. С датчика провод идет сюда в рундук, здесь находится блок управления. И из блока управления все поступает на экран Гармина, на котором мы будем, собственно, видеть рыбу, видеть приманку и видеть, как она летит под нос рыбы. Значит, сейчас мы опускаем датчик в воду. Делается вот так вот, ослабляется первый фиксатор, так вот задвигается, зафиксируем и опустили датчик. Все, как бы дальше нам только надо искать рыбу. Рыбу мы будем искать следующим образом. Сам датчик, он имеет очень узкий луч. Соответственно, чтобы просвечивать и искать рыбу, нам придется вот так вот поворачивать ручку ротатора, на которую установлен датчик. И он, собственно, в разные стороны просвечивает водоем под водой. Вся эта информация выводится на экран вот сюда. Вот. И вот здесь вот мы будем наблюдать, если увидим рыбу. Вот сейчас мы ничего не... А, нет, вот рыба, кстати, вот сразу. Видел, вот это три рыбки маленьких. Собственно, наша задача сейчас ползать по водоему, найти хорошего крокодила в этот экран, над ним зависнуть и поподбрасывать ему приманки, ну и, соответственно, вытащить, потом отпустить. У нас с собой два спиннинга. На одном спиннинге мы подготовили вот такую приманку, побольше. И на втором спиннинге чуть-чуть поменьше. Соответственно, в зависимости от того, какую рыбу увидим, две приманочки наготове. Ну а дальше уже, когда с ней будем разбираться, будем приманки менять по размеру, по цвету, не знаю, по форме, слаги, виброхвосты, еще что-то. Все, ищем рыбу. Леш, сейчас тебе показать хочу. Так. Мы, собственно, ищем вот такую вот рыбу. Вот на экране она, видишь, видна, вот да. Светится. Вот у нас, видишь, вверху шкала, вот здесь наша лодка находится. Да. И датчик пробивает на 26 метров. Соответственно, вот я вот смотрю, вот ручку вот поворачиваю, и вот в луч попадает вот эта рыба. Значит, ее размер можно примерно оценить вот по этой шкале. Ну, а меньше метра точно. Меньше метра. Но, по крайней мере, не совсем там квелая такая. То есть, тем более, это, скорее всего, щука, она так переливается. Видишь, да? Угу. Идет на нас. То есть, порасваливает. То есть, она, видишь, как порасваливает, да. То есть, сейчас мы попробуем подбросить ей приманку под нос и увидеть, как она среагирует. Здесь глубина 10 метров, поэтому можно попробовать зависнуть прямо над ней. Она вряд ли испугается. Хорошо, даже что это озеро не Лохнесс. Да, не Лохнесс. Даже можно не глушить мотор. Давай сейчас мы к ней подтянемся и включим видео, покажем, как летит приманка. Как всегда, на камеру рыба пошла, клюнула. И вот сейчас все равно не уходит от приманки.
как правило, большая рыба второй раз уже не берет. Давайте вверх и летит к ней. Спровоцируется, может быть, нет? В итоге подбрасывали разные приманки, интересовался, подплывал, но в целом уже все квел. Чувствуется большая рыба, когда она делает вот этот выброск приманки, тратит много энергии, и надо ей уже какое-то время. Вот, поэтому движемся дальше. Кручу-верчу ручку и смотрю в экран, снова выцепляю рыбу. Все, продолжаем. Значит, Алексею хочу сказать, что давай попробуем следующим образом. Я буду подтягиваться с рыбой где-нибудь на нос лодки, значит, просто опускать приманку, и в какой-то момент буду говорить: стоп, надо закрывать катушку, и, соответственно, это уже будет под носом рыбы, и будем уже в паре пытаться вытащить какого-нибудь маленького крокодильчика. Все. Иди. Опускай. Там долго. Долго. Опускай. Там глубина 11 метров. Стоп. И жди удара. Чуть-чуть потряси так. Чуть-чуть. Вот так вот, да. Стоп, замри. Вверх подними чуть-чуть. Да, рыба интересовалась. Стой. Не тряси. Вверх чуть-чуть, под катушкой, вот так вот. Нет. Уходит, Леш. Рыба хорошая, больше метра. Стоп, возвращается. Жди. Чуть-чуть потряси. Оп, стоп. Ушла. Есть, уже часа два покрутились, и это хороший судак. Очень красивый судак. Он светится как... Значит, надо взять подсак, Леш. Чтобы он не ушел. Тяни ручку на себя. А теперь с той стороны под него вводи. Все, вытаскивай. Подожди, я тут кругой спиннинг. Хороший. Хороший. Там видно и судак, и Лешу. Слушай, вот такие мы рыболовы. Супер. Вау, на. Вот это кроль! Скажи, это мой. Это твой. Да ладно. Игорь, главное, чтобы не бежал. А что ты? Давай. Вот видишь, в тебе азарт проснулся брать всю рыбу. Какой, смотри, у него кровь красная. Это моя кровь. Красавчик. Продолжаем рыбалку. Вот как выглядит судак, который... Тут стайка целых судаков. Вот они по дну прямо расползлись. И мы вот двоих сейчас взяли. Сейчас еще попробуем подолбать их здесь, бедолаг. Так, чуть-чуть повыше. Потанцуй приманкой, что ли, я не знаю. Изобрази танец, чтобы... Там такая щучка не трофейная, но все равно хорошая. Не уходит. Капризная щука уходит. Ладно. Будем искать следующую жертву. Видел, как прыгнул? Давай. Она не выпрыгнет. Все, у нее же. Рыбка большая и еще больше. Хорошая. Малышка. Хорошая рыба. Малышка. Прыгнешь. Давай. Еще? Опускаю. Закрываем мы свою рыбалку. Много поклевок, два судака, одна щука. Мне не зашла эта рыбалка. Я сюда, а наверное, мне понравилось. А я завтра сюда вернусь и все-таки... Закрою гешефт. Закрою гешефт, да. Ты нормально? Класс. Просто класс.
Вернулся я сюда, чтобы найти судака и большую щуку. Даже приманка дрожит. Вперед. Вот покрупнее рыба. Не совсем гигант, но крупная. Сейчас попробую подбросить ей приманку. Смотри, что будет. Так. Приманка пошла. Вот пошла приманка. Смотрим. Оп, есть. Сейчас посмотрим, насколько тут крупная. Вот такая вот щука, чтобы сопоставлять, как она выглядела на экране и как вживую. То есть небольшая щука, наверное, сантиметров тут 70. Все, отпускаю быстрее. Иди гуляй. Продолжаю. Что-то такое на дне светится. Я пытаюсь подбросить приманку, раскачать. Вот моя приманка, что-то на дне. Михаил, правильно. Я сейчас этим и занимаюсь. Эх ты, как хорошо тут прыгнула. Да, это рыба была. Это была рыба. Не сумел подсечь. Нормально. Нормально такой прыжок был. Хорошо. На 16 метров какой-то пруд тут торчит. Такое ощущение, что кто-то рядом с ним прячется. Сейчас попробую подбросить туда приманку. Светилась как гигант. Малышня, давай сейчас отпускаемся. О, наконец настал тот час, когда я снова вижу вас в надежде на поклевочку. Сейчас подтягиваюсь поближе. Буду его раскачивать. Отключу камеру. У меня батарейка уже 60%. Ух ты! Есть, дружочек. Есть, дружок. Ого. Хороший судак, наверное. Уже минут 5, а он еще не показался. О! Ух ты, это щука гигантская какая-то. Ну не гигантская, но хорошая. Я думал, судак. А ты здесь что делаешь, чудила? Здоровая щука. Такая. Ой, елки-палки. Ха-ха. Такая щукастая. Также не буду замерять. Не взвешивать сразу. Отпускаю. Ха-ха. Ой, елки-палки. Давай, иди сюда. Посмотрю в лайфскоп. Пошла на дно. Да, пошла на дно. Вон, показываю. Она пошла на дно. Бедолага. Сколько стресса. А светишься в ночи, как судак. Сегодня день и ночь щук. Очередная щука. Выходи. А, нет, это судак. Хо-хо. Это не щука. Я уже расстроился. Хороший судачело. Хо-хо-хо. Красавчик какой. Вот такой вот судачело. Дружище. Выход своим друзьям и собратьям. Во.
раннее утро, все, пора спать, закрываю рыбалку свою, она получилась двухдневная, вчера с Алексеем отлавливались, сегодня весь день я исследовал этот водоем в местах, где я до этого ни разу не был, думал, может быть, там что-то интересное, ничего подобного, хотя нашел одну щуку хорошего размера, наверное, там больше метра точно была, но и та она выпрыгнула из-под сака, зараза. Вот, а часов 11 вечера я прыгнул в лодку, хотел посмотреть уже на изведанных местах, насколько будет более интересный клев с того же судака в ночной период. Такое ощущение, что вся рыба тоже падает спать, ложится на дно, ее там совершенно в лайскоп не видно. Вот, но в любом случае удалось поймать хорошую щуку в ночной период, и под утро попался и судачок тоже. Все, следующие видео будут также про лайскоп. Удачной рыбалки, до следующих видео.